Добрый день. По просьбе зрителей я продолжаю обзор насоса, который поливает из бочки. Поступил вопрос, насколько он сильно шумит, и продемонстрировать полив, как происходит. Вот показываю. Значит, я еще такую функцию обнаружила у этого насоса. Там вот внутри шарик у этого поплавка, если он находится вот в этой части, вот тут, он отключен. Если перемещается вот так, слышите, насос заработал. Вот к слову, что работа очень бесшумная. Вот, насос работает. Вот водичка течет. Вот я нажимаю пистолет. Так. Я кран перекрыла. Это я. Так, кран включен. Вот, водичка течет. И сейчас я зафиксирую. Вот сильная струя. Но если крутить кран, то можно ослабить эту струю. Видите, уже вот так вот, вот так подача слабая, уже слабее. Вот. Регулировать можно вот этим краником. Вот послабже течет, если не нужна сильная струя. Вот. Ну вот так вот и происходит полив. Сейчас я сделала на слабую и начинаю поливать. Вот так можно точечно. Это у меня клубничка. Клубничка декоративная. Она растет на усах. Вот, и плодоносит. Ну, это для кашпо. Так, пока на зиму ее. И вот уходящая красота. Отцветающая кашпо. Вот так вот удобно поливать. Вот. Вот у меня тут пеларгонии. Вот они, пеларгонии висят разных сортов. Тут еще такая красивая есть. Может, плохо видно, потому что против света снимается. Вот, ну, таким образом происходит полив. Вот так я дотягиваюсь. Вот. Кронштейны у меня сделаны выше, но я придумала такое приспособление из электродов. Вот согнула крюки, чтобы мне именно вот доставать. Вот так вот я достаю понемножечку. Тут не обязательно много. Так, это калибрахола. Тоже слегка прохожусь вот так вот. Вот. Все это занимает очень мало времени. Вот. Вот. В этом сезоне открыла для себя такое чудесное растение, как львиный зев. Приобрела я его череночком у Людмилы с канала «Огород как доход». Шикарная вещь. Взрослая, я вам могу, ну, попозже, может быть, сниму, он еще цветет вовсю. А сама посеяла вот такие вот желтые львиный зев, тоже шикарно смотрелся в кашпо, уже продавала. Ну вот, так происходит полив. Вот шланг длинный, как я вам говорила, его хватает надолго. Вот калибрахолу полью, вот так вот, понемножечку. Тут у меня еще, видите, огурцы. Вот так вот. Немножко. Ну, вот так вот. Тут калибрахола. Слегка полью. Много не надо. Бегония. Бальзамин ампельный. Махровый. Вот такие, как розы. Алый и белый у меня. Тоже все размножать буду. Ну, бегония вечно цветущая. Вот. Ну, вот так и происходит полив с помощью пистолета и насоса. Может быть, я в дальнейшем приобрету эту штангу такую. Но мне вот этим тоже очень удобно. Пистолет. Вот все. Вот так.